на нашем радио. Так, ребят, перед тем, как вам сказать «до свидания», хочется почитать несколько еще ваших сообщений, как вы видите себя в старости. Я считаю, что очень круто. Вот, представляю себя на 57-м нашествии в 2048 году. Отжигаю под наше. Вот, все-таки поменяю свой суперспорт, это мотоцикл, на чоппер и буду вальяжно колесить по городу со своей старухой. Тоже хорошее. А ведь на самом деле у старости есть свои плюсы. Какие? Артрит? Радикулит? Бессонница? Что у нас там вообще, простатит? Я думала о том, что можно пукнуть в лифте, понимаешь, и никто тебе ничего не скажет. Ты дед. Там нужно, там очень опасно, понимаешь?